Здоровеньки, былые пользователи сайта wagnerland.ru, а также подписчики мопеда Раритетовича ВКонтакте. С вами Илья Механик, и это краткий отчет по состоянию мопеда, да и, в общем-то, результату мега-челленджа. В данном отчете поговорю о Piaggio Ciao. Для него это был первый мега-челлендж. Ехала на нем Татьяна, девушка с малым опытом, и как раз этот мопед для нее. Одна ручка газа, две ручки тормоза, как на обычном велосипеде, запуск педалями. Первый день ночного мега-челленджа она полчаса училась его запускать, в итоге с горем пополам мы это научились делать, и стало у нее получаться. Предыстория. За два дня до мега-челленджа мопед плохо начал работать. Я искал причину, это было одним из первых причин. Было, во-первых, сломался фильтр воздушный. То, что я клеил на подсыпол, вот можете видеть, все это халабуда красиво отвалилось. И в итоге за два дня до мега-челленджа пришлось сделать импровизированный фильтр. Сеточки из этого фильтра были извлечены. Был взят кусок тряпки на хомут и обратно все прилампичено. Второй проблемой, из-за которой мопед не ехал, это был его возраст. Из-за возраста в баке скопилось небольшое количество коррозии, и это все дело красиво попадало в карбюратор. В итоге засорялся, смесь обеднялась из-за засоренного жиклера. Пришлось докупить за 50 гривен вот такой вот воздушный фильтр, вернее не воздушный, это фильтрик топливный, как мне сказали, скутерный. 50 гривен за него попросили, самый миниатюрный. Там было чуть больше форм-фактора, но он мог не влезть вот под вот эту декоративную крышку. Поэтому поставили вот такой. То есть деньги — это не самое главное. Главное, что мопед принимал боевое участие. И, как вы уже заметили из первых кадров, на второй день мега-челленджа, на пятом кругу, вернее, она уже заходила на пятый круг, Татьяна, да, мопед заглох, я остановился, пробовал завестись, получилась вибрация тут в районе сцепления, снял крышку, и, о чудо, наши колодки, все три, такого у меня еще ни разу не было, обычно одна отпадала, отвалились. Не сработал цианокриал, АТБшный, там, за 8 гривен. В общем-то, от температуры, из-за того, что я подозреваю, как вы видели в предыдущих видео, мопед может держать 1600 оборотов. Пружинки слабые. Вот, и сцепление срабатывало. То есть, когда мы тормозили заднее колесо, сцепление пробуксовывало и нагревалось. В момент, когда я снял крышку, колокол был страшно кипятком. Ложишь палец, сразу же моментально слюна на пальце испаряется. То есть от перегрева, из-за того, что на малых скоростях девушка ехала, ну, она девушка, она еще боится на этой технике ездить, опыта мало. Вот, перегрелись колодки, и, естественно, цианокриал разрушился, и накладка отслоилась. В общем-то, сколько потратил топлива Piaggio за два вечера, неизвестно, я не сливал. Это нам еще предстоит. Сцепление мы будем лечить, так как планируется, что этот Piaggio примет участие как попутчик на нашем стелла-челлендже, который будет 9 мая. Какой результат мега-челленджа? Первым, ну, челлендж — это вообще испытания, вот, ходовые, боевые. Помимо того, что Piaggio не заезжал на горку, просто он на малых скоростях шел, из-за слабых пружинок разрушился клеевой состав колодок сцепления. Вот. Расход неизвестен. Также вот забыл упомянуть, выхлопная труба буквально за пару дней до челленджа была выжжена. Видите, сверкает железо. Я попытался вывалить, но слышите, вот там вот шелестит трубка. Внутри отпала трубка какая-то. То есть нам его придется разрезать. Буквально там в четверг я вот буду в гараже его разрежу, почищу все и попытаемся в пятницу заварить, чтобы в понедельник, 9 мая, он мог выехать с рабочими параметрами выхлопной системы, чтобы уже точно смотреть, как оно и что оно. Пока все, что я могу сказать по этому мопеду. Благодарю за внимание. Всем пока.